со скольки лет? Ну, болею с 2004 года, еще когда в школе учился. После школы приходили на матч, смотрели по возможности. Ну и до сих пор, ну там, с перерывами, конечно. Но сейчас уже не пропускаю, уже купил абонемент, чего и всем желаю. Приходите на матч, болейте за Кайрат, болейте за Ромбик. Кайрат забил 2 гола, но затем пропустил. Какие впечатления сейчас испытываете во втором тайме? Ну, верим только в победу. А гол, в принципе, пропустили так. Ну, недопонимание возникло. Все-таки перерыв был большой. Команда еще не собралась. Чувствуется несыгранность. Но в остальном, в принципе, игра радует. Болельщики радуются. Вот у нас вот поддержка мощная. И плюс еще 51 сектор есть. Это у нас Алатауфанс. Наше движение. Подтягивайтесь на 16 сектор. Андрей Аршавин, он тоже восстановился после травмы. Его долго не было. Сейчас вошел в игру. Насколько это полезно и сможет ли он увеличить преимущество? Конечно, несмотря на его годы, да. Очень большая надежда на нашу команду. Он сможет помочь определенно, потому что он звезда мирового уровня, кто тут говорит. И мы очень рады, что он восстановился. И меньше, конечно, травм не только Аршавина, но и всей команды. Ага, расскажите, почему болеете за Кайсар и с какого года? Мен Кайсарга бала кезинен жанкүйлүк этем. Кайсар маган как жүрөгүм. Жеңсе де Кайсар менен бирге болом. Ар дайым, постоянно вместе Кайсар будем. Вот сейчас Кайсар недавно сравнял счет, проигрывал 0-2. Какие впечатления у вас? Получится, удастся сравнять счет, может даже выиграть? Если бы тенгестер, то мы ойлаймыз енді. Кайрат та жас команда, Кайсар да, бірақ Кайсарлығын танытып, если бы тенгестер, деген ойдамыз енді. Өз командамызға әрдайым жастық тілейміз. Кайсар алға. Настроением прилетали в Алмату, какая цель была на игру и какие сейчас впечатления? Ну, ехали, естественно, за положительным результатом, как минимум одно очко. В принципе, шанс у нас был 2-1 счет, у нас было несколько неплохих моментов, чтобы добиться успеха. Но в конце на контратаке пропустили. К сожалению, едем ни с чем домой. Ну вот вы говорите, ехали точно за победой, а перед матчем... Хотя бы ничья. Было бы, в принципе, неплохо. Положительный результат. Ну а как относитесь к тому, что букмекеры, к примеру, не верили в вас и ставили коэффициент аж 15? Это их дело. Наше дело выходить, играть, зарабатывать очки, двигаться по турнирной лестнице. Сложнее было в первом или во втором тайме, учитывая выход Андрея Аршавина? Или понимали, что он только-только восстановился и серьезных проблем не будет? Ну, Кайрат в целом сбалансированная команда, и у них хорошая скамейка, любой может выйти, усилить. В этом плане, конечно, чувствуется уровень команды. Но до гола Аршавина вы могли, в принципе, сравнять счет, а вот что произошло в том эпизоде, когда пошла передача, и что-то защитники растерялись, позволили спокойно пробить? Он здорово открылся, нашел свободную зону, и туда своевременно пошел пас. Он остался один на один передо мной, успел проткнуть. Уровень, мастерство. За матчами национальной сборной следите? Конечно. Какие впечатления? Хочется, чтобы все-таки порадовали болельщиков. Ребята, я вижу, что стараются, выкладываются на играх. Ну, к сожалению, может, где-то не хватает немножко дисциплины, немножко везения. Все-таки я думаю, что победы и положительные эмоции для болельщиков еще будут впереди. Несколько месяцев назад вызвали вратаря из Кайсара Марселя Исламкулова. После того, как он приехал назад в клуб,
что-то не заладилось, и он сейчас на скамейке запасных. Можете рассказать, как он себя чувствует? Он отлично себя чувствует, работает. Ну, это так решили тренера. Мы все работаем, стараемся. Каждый работает, вкладывает свои силы, чтобы играть. Ну, тренера решили так. Пока играю я. Вы лично как его поддерживаете, поскольку вы вратарь? Очень талантливый парень. Я думаю, у него хорошее будущее. Но не думаете, что это связано с тем, что он приехал с расположения сборной? Нет. Я думаю, может, какое-то стечение обстоятельств. Но ни в коем случае. Наоборот, после сборной люди на подъеме. А здесь по-другому? Нет. Это футбол. Последний вопрос. Реально можете оценить шансы Кайсара вот в этом чемпионате? Какое место? У нас стоит цель 6-е место. Мы будем бороться и приложим все силы. Ильдос, удалось ли тебе акклиматизироваться? Как себя чувствуешь после прилета из Варшавы? И вот твоя игра сегодня. Можешь прокомментировать, насколько удалось войти в игру после такого перелета и матча за сборную? Ну, в первую очередь, хотелось бы извиниться перед болельщиками, то что чуть плохо сыграли за национальную команду. А насчет перелета, ну, было тяжело. Ну, конечно, тренерский штаб и наш медперсонал, в принципе, все сделали для восстановления. И, я думаю, не особо так трудно было восстановиться. Сегодня себя хорошо чувствую, по крайней мере, вроде как тренер. Завтра что скажет. Что сейчас происходит с Чуманене? Его сейчас поставили на падение, но, кажется, лучше получается ему создавать, нежели забивать. Ну, не знаю, честно, насчет Чумы. Я, честно, не тренер. Ну, все прогрессируют, как бы стараются, самое главное, самоотдача у всех есть. Но где ему играть, я, честно, не знаю. Где полезен ему, туда его ставят. Не знаю, ваш взгляд, может, но нападающий он тоже таранил сегодня. То, что мог, сделал. Если говорить все равно о сборной, все-таки пол состава Кайрата составляют национальную сборную. Вы сейчас как на поле играли, с горящими глазами или вот эти два проигрыша, они все равно давлеют? Ну, как бы нам тренер первоначально, как мы прилетели, нам сразу как бы это внушил, то, что это сборная, но постараться быстрее забыть этот матч и перейти на чемпионат. Ну, думаю, тренер все сделал, то, что мы сейчас на эту игру прям настроим, мы шли. В принципе, по-моему, сегодня сборники и вся команда неплохо.